Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. «28 ноября вступит в силу республиканский закон, ограничивающий время розничной продажи алкогольной продукции. На октябрьском сессионном заседании Верховный Хурал Республики принял закон о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции на территории Республики Тыва. Так, время розничной продажи спиртного на территории Республики сокращается на 4 часа. Кроме ограничения будут приняты и серьезные меры по контролю нелицензированного алкоголя, так называемого суррогата. Также по новым правилам не допускается розничная продажа на автостанциях, в парках, местах массового отдыха граждан, а также в ларьках, киосках, палатках, павильонах и в других помещениях, не приспособленных для продажи данной продукции. Кроме того, спиртное нельзя будет продавать в помещениях, переведенных из жилого помещения в нежилое и расположенных в многоквартирных домах, либо в помещениях, непосредственно примыкающих к многоквартирным домам. Напомним, что в Туве также спиртное не реализовывается по воскресеньям, а также каждую последнюю субботу месяца, который объявлен в республике днем здорового образа жизни. До данного ограничения в Туве продажа спиртного производилась с 11 часов до 19, теперь время продажи сокращено с 11 до 15 часов. Сегодня компания «ТВЭнерго» совместно с Главным управлением МЧС Тувы, городской мэрией и Министерством топлива и энергетики республики провели массовые учения. По замыслу организаторов, из-за ухудшения погодных условий с усилением ветра произошел массовый обрыв проводов и падение опор. Без электроснабжения остались Дзунхемческий, Чедыхольский, Тандынский, Кызылский, Чахольский, Улухемский районы и часть Кызыла. В том числе две больницы, 13 школ, 10 детских садов и 13 объектов водоснабжения. Под отключение попало около 20 тысяч человек населения, поэтому мы проводим такое учение. От МЧС России задействована оперативная группа, работает межведомственный оперативный штаб. На базе главного управления проведено координационное совещание для оказания содействия в практических мероприятиях. Главным управлением выделяется техника связи, это мобильный узел связи, комплекс информирования населения. Также для обследования воздушных линий электропередач на большом расстоянии задействуется комплекс беспилотной авиации. При ликвидации последствий разгула стихии энергетики должны действовать по четкому алгоритму, провести осмотр энергообъектов, выявить поврежденные участки, расчистить места аварий от снега. Затем по согласованию с муниципалитетом подключить важные социальные объекты к энергоснабжению с помощью дизель-генераторных установок. В это же время энергокомпания переводит в усиленный режим работы центр обслуживания клиентов. На данный момент мы из имеющих наших 14 дизель-электростанций, мы 13 вывезли непосредственно вот по местам проведения аварийно-восстановительных работ. Соответственно, это 3 дизель-электростанции 200 кВт и 10 дизель-генераторов 100 кВт. Одну дизель-электростанцию поставили у себя на непосредственно диспетчерскую службу, чтобы в случае потери электроснабжения мы могли как бы оперативно отрабатывать взаимодействие с органами власти, с смежными организациями. Всего в учениях приняли участие более 100 человек, 28 бригад и 58 единиц техники. Кроме того, на помощь ТВЭнерго пришли и две бригады из энергокомпаний Хакасии и Красноярска. Так, по плану ликвидация технологического нарушения должна закончиться сегодня не позднее 19 часов. Насколько эффективно и слаженно сработают все участники тренировки, станет известно уже сегодня вечером. Автодорога Акдаурак-Абаза, являющаяся одним из двух выходов Тувы к транспортной сети России, станет приоритетом для дорожного комплекса республики в 2018 году. Об этом заявил глава Тувы Шалбан Караул на состоявшемся 16 ноября заседании регионального совета гражданских инициатив, который был посвящен вопросам безопасности дорожного движения. Эта дорога за все постсоветские годы практически не ремонтировалась. Ее текущее состояние представляет серьезную угрозу для автомобилистов. Тем не менее, западные районы республики, их население и особенности
особенно бизнес, вынуждены пользоваться ею с риском для себя. Учитывая значение Абазинской трассы для социально-экономического развития западной части Тувы, планируется пересмотреть планы дорожных работ и перераспределить средства дорожного фонда в пользу этого направления. Тем более, что проектные работы уже начались, заявил глава Тувы. Отмечается, что осуществлять эти задачи придется в ограниченных финансовых условиях. Дорожный фонд республики, составляющий чуть более 800 миллионов рублей, кроме нового строительства, должен обеспечивать еще и текущее содержание дорог регионального и муниципального значения. А это в общей сложности свыше 9 тысяч километров. На эти цели ежегодно уходит более трети всех средств фонда, хотя по федеральным нормативам должно направляться в десятки раз больше, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. Но если следовать нормам, тогда пришлось бы отказаться от новых дорог. Поэтому республика вынуждена балансировать между эксплуатационными расходами и инвестициями в дорожное строительство, на которое остается порядка 500 000 000 рублей. Жители села Часур Авюрского района попросили главу Тувы снять возрастные ограничения для участников животноводческого проекта «Кыштаг», сообщается на официальном сайте правительства республики. О таком же шансе всего за год обрести крепкое хозяйство мечтают и люди более старшего возраста, те, кому под 40 и больше, которые не хуже молодых, мотивированы на собственное дело. Шалбан Караул пообещал изучить возможность расширения возрастного ценза для участников проекта «Кыштаг». По его словам, акцент на молодежь был сделан из необходимости ориентировать помощь на самые незащищенные слои населения, у которых нет ни профессии, ни даже жизненного опыта, как у старших. Россияне и гости страны смогут в новогодние каникулы путешествовать на поезде со скидкой в 50%. Продажа билетов в купе за полцены уже открыта. Об этом сообщает пресс-служба российских железных дорог. Уточняется, что скидка в 50% предоставляется на проезд на верхних полках купейных вагонов дополнительных поездов. Скидка действует на путешествия с 22 декабря по 15 января. И о курсах валют: доллар стоит 59 рублей 27 копеек, евро 69 рублей 67 копеек. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Ба! Так много? Черная пятница в РБТ.ру. Так мощный и компактный пылесос Bosch всего за 3490 рублей. РБТ.ру. Инспекторы ДПС в Тандынском районе изъяли из незаконного оборота около 1,5 килограмма марихуаны. Днем 18 ноября во время рейдовых мероприятий в селе Сосновка сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки иномарку, за рулем которой находился 30-летний житель села Ховаксы. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили в салоне сумку, в которой находилось наркотическое вещество – марихуана, весом более 1400 граммов. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили в салоне и изъяли сумку, в которой находилась марихуана весом более 1400 граммов. Установлено, что указанное вещество принадлежит 28-летнему пассажиру автомобиля, жителю села Сосновка. В беседе с полицейскими мужчина дал признательные показания и пояснил, что наркотическое вещество изготовил недалеко от села для личного употребления. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, хранение и перевозка наркотических средств, совершенное в крупном размере». За указанное преступление Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. В Туву приехали 6 преподавателей Российского университета дружбы народов по программе Министерства образования и науки России «Создание методических центров по повышению квалификации учителей-словесников». Не случайно семинарские занятия организованы на базе школы номер 12 города Кызыла, так как скоро здесь будет основано региональное методическое объединение учителей по русскому языку. Участие в семинарских занятиях специалистов подобного уровня для педагогов республики – уникальная возможность. Русоведы РУДН являются участниками создания материалов к ЕГЭ, также имеют опыт работы с моноязычными регионами, такими как Чеченская республика и Ингушетия.
Начался прием заявок на участие в городском конкурсе снежных скульптур «Снежная сказка» в молодежном парке Кызыла. Заявки от участников принимаются с 20 ноября по 9 декабря. К участию приглашается команда от 3 до 7 человек. Это могут быть команды учащихся школ, организации, семейные пары, студенты, а также отдельные участники. Номинации конкурса: «Сказочная Тува», «Герои из мультфильмов и кино», «Оригинальность композиции», «Лучшее представление снежной скульптуры» и «Приз зрительских симпатий». А также дополнительная номинация: «Лучший забивака», символ чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Конкурс проводится в 4 этапа. Смотрите на шубу подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами. Магазин по всей России «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги или приплачивать огромные суммы по кредиту. Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса. Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для вас получится еще меньше. Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из тысячи шуб, а также модные жилеты, дубленки и шапки. На выставке представлены новинки сезона 2018. Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, благородные и изысканные шубы из норки Black Glamour. А для модниц, которые следят за последними тенденциями, – изделия самых разнообразных цветов. Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%. Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят. Просто приходите и купите шубу своей мечты. С 23 по 26 ноября город Кызыл, спорткомплекс имени Ивана Ярыгина с 10 до 19 часов. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле перемена облачность, небольшой снег, ночью минус 17, минус 19 градусов, днем минус 9, минус 11. По сообщению ГИСМЕТЕО, в предстоящие сутки в Туране и Ороване погода пасмурная, небольшой снег. Температура воздуха утром минус 18 градусов, днем минус 15. На Полке пасмурно, идет снег. Температура утром минус 7 градусов, днем минус 5. В Танзыбе пасмурно, без осадков. Температура утром минус 4 градуса, днем минус 2. По всей трассе проезд удовлетворительный. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма.